С вами Антон Чалей. Сталкивались ли вы когда-либо с такой проблемой, что рвутся деньги или надрываются? Это просто ужасно. Но что же делать в таком случае? Кто-то использует скотч, кто-то использует клей, но некоторые используют совершенно другой способ. Показать вам? Это подорожник, лекарство богов. Идеальное лекарство для людей, купюр, животных, вашей сломанной техники. Не верите? Убедитесь сами. Это мега рискованный эксперимент только для вас. Мы берем карандаш и берем купюру. Нам нужно порвать карандашом купюру, и тогда мы попробуем восстановить его святым подорожником. Берем карандаш и просовываем в денежку. И теперь раз, два, три... И карандаш начинает разрывать купюру. Но нам нужен святой подорожник. И купюра начинает потихоньку зарастать. Да, подорожник помог. И купюра в какой-то момент полностью восстанавливается. Мое, скажете вы, святой подорожник, скажу я вам. Подорожник сгодится для любой экстренной ситуации. Даже если вы были в буфете, у вас была ручка и была купюра, и вы нечаянно порвали эту купюру. И для драматичности ситуации вы решили еще немного сделать больший разрез, чтобы больше плакать. Но подорожник к вам придет на помощь. Вы просто берете подорожник и проводите по разрезу. Подорожник начинает восстанавливать, его магические свойства работают, и купюра становится целой. Мега крутой подорожник используется для всего, для всех ваших бед.